Накануне в Хасавюрте во время контртеррористической операции погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, были убиты двое предполагаемых боевиков. Как утверждают в Национальном антитеррористическом комитете, полицейские открыли огонь после того, как преступники отказались сдаться и начали стрелять. В ведомстве отмечают, что погибшие предположительно были причастны к нескольким преступлениям террористической направленности. На месте боестолкновения изъято автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие преступникам. Специалистами-взрывотехниками ФСБ были обнаружены самодельные взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость, в связи с чем они уничтожены на месте путем подрыва. В ходе боестолкновения были нейтрализованы двое бандитов из так называемой хасавюртовской банды. В настоящее время проводится их опознание. Пострадавших среди гражданского населения нет. К сожалению, не удалось избежать потерь среди личного состава сил правопорядка. От полученных в ходе перестрелки ранений скончались двое сотрудников.